Еду. Я хочу тебе сказать, ты крутой мужик, Герка. Кто я? А теперь все. Жду тебя, давай. Собрался. Я разбудил тебя, я. Прости, я просто. Я. Мне уезжать надо. Я уезжаю, мне надо ехать срочно в командировку, поэтому я не хотел будить тебя. Вот. А что, так нельзя мне было лично сказать? Нельзя было, то есть можно было. Погоди, а я разве не говорил тебе? А, так я это. В командировку, в Питер. Ну, я быстро, туда-сюда. Туда-сюда на выходные? Да. Ну, от меня-то ведь ничего не зависит. Это же... Твой отец, то есть вы с отцом хотели, чтобы я стал человеком, что стал менеджером. Вот я и становлюсь понемногу. Ну, может быть, мне тоже развеяться на выходные? Конечно. Конечно, это хорошая идея. Ты устала, ты много работаешь и... Ты уверен? Ты же сама говорила, что у нас кризис. Ну, то есть у меня, то есть у тебя кризис. То есть тебе нужно отдохнуть от меня наконец-то, в конце концов-то. Пойди, отдохни, развейся, в клуб сходи, не знаю, отдать тебе денег дать. Сколько? Сколько тебе? Говори, не стесняйся, столько хватит. Еще? Бери. Не надо, я у папы возьму. Опять у папы? Ты не обещала, ты мне слово давала, что так что не надо. Никакого папы. Хватит, все. На, возьми еще. Бери. Сходи, отдохни, развейся. Дай мне слово. Даю. Пойдешь, развеешься. Отдохнешь? Сходишь? Угу. Точно сходишь? Угу. Слово даешь? Даю. Ну, обещай мне. Обещаю. Клянешься? Клянусь. Ну, я пойду. Угу. Иди. Ну, я быстро, я... Туда-сюда. Угу. Стоять. Ромалей. А, извини. Причешись. Если ты по поводу денег, то нет. Денег нет. Нет. Деньги, они все, они в банке. В банке, директор. Извини. Извини. Какой банке? Жмот ты, Герка. Так,
Куда же мы теперь? Пап, привет. Быстрый вопрос к тебе. Да-да, тебя тоже с праздниками. Скажи, пожалуйста, ты Геру посылал в Питер? Ну, я знаю, туда ты его всегда посылаешь. Я про Питер спрашиваю. Посылал? Нет? А? Не-не, ничего, я потом тебе перезвоню, ладно? Я тоже рад тебя слышать, Вика. Видишь ли, наши отношения зашли в тупик. Пройдет время, и ты тоже поймешь, что все к лучшему. Выполняем нашу работу. Ну, тогда позвоните своему начальству. Что, они не подождут еще месяц, что ли? Ничего от нас не зависит. Как? Ну, пожалуйста, ну почему вы такие бессердечные? Я буду жаловаться в ООН. Я позвоню во все газеты, о вашем произволе узнает вся страна. Я пойду к Малахову! Идите, ну, куда хотите. Что? Слушайте, хватит тут цирк устраивать. Идите домой. Моя беда для вас цирк, да? Да поместимся, да. Поместимся, прошу. Только не реви. Что за день-то такой? Ой, день как день, только праздничный. Что, Половинкиных снимать будете, да? А давайте я сам этот замок поставлю. Просто, просто, смотрите. Раз, раз, раз. Вас. Пожалуйста. Благодарю. А это что, вы, что ли? Я? Соблазнение с умом помогает? А вы попробуйте. Ой, спасибо. Презент. Ключики. Ключики. Благодарю. Соблазнение с умом. Почитать. Ой. Титуль. Ну, дверь-то здесь при чем? Вот, видишь ли, я на площадке сосед новый появился. А мне все равно. Все равно меня отсюда скоро выселят. Так, уважаемые, я и банк домашний уведомляет. Не, уведомляю, что? Я без очков не прочту, что он уведомляет? Ой, что там читать, Дитуль? Взяли мы с Игорем кредит под залог моей квартиры. У него гражданства нет, ему бы не дали самому.
А теперь приставы говорят, что им денег должна кучу, еще и с процентами. Подожди, а Игорь-то этот, он где? Уехал он в командировку. А я до него дозвониться не могу никак. То ли недоступен, то ли телефон не работает. Слушай, Лен, а этот Игорь-то твой, знаешь, ну как бывает, по телевизору показывают, там новости, мошенник. Дядь Толь, да что вы такое говорите вообще? Он не мог. Куда ты, стоп? Ой, фу. Сейчас. Что ж теперь делать, да? Что делать, что делать? На апелляцию подавать. Только денег у меня даже на адвоката нету. Подожди, а пока этот твой Игорь не объявился, позвонить надо. Есть же какие-то там, не знаю, родные, друзья. Бабушка у меня только была. А друзей я не хочу грузить своими проблемами. Всем все равно. Чего? Подожди, Ленка, это как-то все равно. Вот ты знаешь, а мне не все равно. Я думаю, что многим совсем не все равно. А деньги-то это все ерунда, уж поверь ты мне. Это мы, знаешь, с этим справимся. Ты знаешь, какие у нас люди в доме живут? Хорошие. Внимательно слушаю. Алло, Сергей? Это Светлана. Значит так, у меня стресс. Мне нужно срочно с вами поговорить. Я к вам сейчас еду. Светлана Андреевна, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я не дома. В-третьих, я дома больше не принимаю. Ну, я ненадолго, Сергей, пожалуйста. Нет, вы, конечно, можете приехать. Но меня там нет. Я переехал. И впредь я прошу уважать мое право на личную жизнь и личное пространство. Ну, как же так, Сергей? Ведь раньше вы же меня... Раньше? Было раньше, Светлана Андреевна. А теперь это теперь. Стойте, Сергей, стойте. Послушайте меня, пожалуйста. Вы меня слышите? Значит, я уверена сейчас на 1000%, что мне мой муж изменяет. Это не паранойя, слышите меня? Вы мне должны помочь, Сергей. Понимаете, я решила ему отомстить. Светлана Андреевна, я, как ваш личный психоаналитик, советую ощутить. Я вам очень советую ощутить внутренний свет. Услышать голос. Разума своего и не изменять себе. Все, на связи. Ну... Алло! Алло! Алло, Даш, привет. Привет. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Мне деньги нужны. Ты не могла бы поговорить со своим мужем? А что случилось? У тебя голос какой-то подавленный. Слушай, долго объясню. Ты спроси, ладно? Ну хорошо, а сколько тебе нужно? Сколько? Даш, дорогая, откуда у меня такие деньги? Я что, по-твоему... В ДПС работаю? Нет, все. Все, давай, мне некогда, у меня служба. Да, журналисты ждут. Все, до вечера, пока. Товарищ майор. Что, поймали? Знаю. Ваш план сработал. Еще бы, лейтенант. Мой план, он на то и мой. Ну и что, где этот? Изгой общества. Задержанный внизу только привезли. Пойдем встречать дорогого гостя хлебом с солью. Слушаю. Алло? И я, приветик, не отвлекаю?
А это Светка. Светлана. Слушай, я даже не знаю, там, с чего начать. А помнишь нашу встречу выпускников? Ну, конечно. А как я могу забыть? Ты была неотразима в своем персиковом платье. Ну, надо же, даже такие мелочи помнишь, да? Слушай, ну, а я вот подумала, ну, а шутка шутками, ну, а может быть, действительно, давай, что там, встретимся, поболтаем, там, вот. Выпьем бокальчик другой, ну, а почему бы нет? Почему бы и не встретиться, и у меня муж уехал в командировку, мне как-то скучно стало. Уехал. Ну, я... Здрасте. Да, я перезвоню в 6. Да? Хорошо. Ждите. Спасибо. Долго я за тобой бегал. Допрыгался, кузнечик? Товарищ мой, может, договоримся как-нибудь? Не договоримся. Здрасте. Здрасте. Можно вот чуть ближе ко мне и чуть левее. Так? Вот так, вот очень когда хорошо. Покажем? Сегодня вечером в новостях. Ого. Так. А, давай, выводи его. Здрасте еще раз. Простите, а можно я от вас к себе перейду? Я, в принципе, не против, но как вы собираетесь это делать? Ну как? Через балкон. Извините, у меня нет балкона. А у моряка у вас есть телефон вот этого дяденьки? Дядь Толя? Да. Это какой? Вот этот. Ты, видите ли, вышел, попал, как Винни-Пух, безвыходное, точнее, безвходное какое-то положение. Алло. Алло. Анатолий. Да. Анатолий, здравствуйте. Это да, вот это Лена Перова. Сергей, у которого дверь заедает. Да, конечно.
Да, да. 25 лет. Я, знаете, я тут вышел в подъезд, а дверь закрылась. Не могли подняться и помочь мне снова войти? Конечно. Угу. Я у соседки, которая из лифта. Спасибо. Спасибо. Сейчас он поднимается. Отвечу по работе. Да. А вот теперь послушайте меня внимательно. Я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что я собираюсь сделать. И пусть это будет на вашей совести, Сергей. Да. Я очень жалею, что я потратила свои деньги и свое время на вас. Потому что вы, Сергей, психолог. Я вам желаю поскорее уйти из этой профессии. И идите вы знаете куда? Знаете? По работе. Вот так вот. Так! Кто-нибудь, кроме меня, хочет успеть сегодня во дворец бракосочетания? Или мне там одной краснеть? Мамуль, а где моя бабочка? Юра, сколько тебе лет? 28? А ты мне до сих пор задаешь вопросы. Ты сплошной вопрос. Вот там вот тумбочка, третья полка снизу, слева посмотри. Ну как? No comments. Так, матершинник малолетний, язык прикуси. Ух ты, я в восторге, вот. Так, братья и сестры, и остальные родственники. Да. Торопливо покидаем эту квартиру. Жениха и невесту это тоже касается. Давайте. Фото! Идите, я сейчас. Ну, давайте, 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 по машинам. Вот это я понимаю, события. Привет, Деталь. Юрка, здравствуй. Ты что, женишься, что ли? Ой, поздравляю. А, наверное, та самая, которую тебя на прошлой неделе видел, да? Я понимаю, хорошая такая, добрая, хохотушка чернобровая. Да хватит, хватит. Дядь Толя, вы... Иди проспись лучше. Проспись. Дядь Толя, топайте, топайте. Здравствуйте. Ух, нет, ребят, это только автоген. Как автоген? Шучу. Прошу. Здесь что, задержался немножко? Вот на свадьбе отвлекся. Спасибо, да. Громадное. На здоровье. Спасибо. Дядь Толя всегда поможет. Вот. Порядок. Не тормози. Выходим, выходим. А что это происходит? Мне кажется, они ругаются. Чернобровая хохотушка, значит, да? Да дядь Толя бредит, он не в себе. Да это знакомая была. А, значит, была все-таки, да? Ну, просто, случайно встретились. Случайно? Да это моя бывшая одноклассница. Бывшая? Ну, да. Вот и строй будущее со своими бывшими. Прощайте. До свидания. Стоп! Стоять! Не глупи. Вернется сама. Ой, Ленка, даже не знаю, чем тебе помочь. А, слушай, а давай я тебе дам телефон одного адвоката, он просто чудеса творит. Ляль, чудес на свете не бывает. Бывает, бывает, Леночка. Кстати, а где твой Игорек? Пропал Игорек. Дозвониться до него не могу. Понятно. Ну, если хочешь, я могу тебя завтра выйти подменить. Не надо, спасибо большое, но мне и деньги нужны. Ясно. Ну, хорошо. Так, ты давай там не хандри. Лен, а насчет адвоката я сама ему позвоню, скажу, чтобы он тебе перезвонил. Спасибо большое, только пусть обязательно перезвонит, ладно? Пока.
Медвежоночек, привет, это я. А, Лялечка, да, да. А, послушай, у меня к тебе есть очень важная просьба, очень важная. Тебе нужно позвонить одной моей подруге, ей нужна твоя помощь, профессиональная. Сейчас. Черт. Секундочку, сейчас. Да, я готов, да. Да, ее зовут Лена. Угу. Да, записывай телефон. А, сейчас, только ручку возьму, сейчас. А? Да, Лялечка? Да. Сейчас. Вот, все. Угу. 8926-59. Ага. Все? Все, скоро буду. Значит, я тебя жду ровно в 9 часов. Да. Ну все, пока. Лялечке это точно понравится. Чего начнем? Начнем. Поехали. Твою... Начнем с кофе. Абсолютно по-разному. То, что воздействует на нас, абсолютно безразлично женщине. Или не безразлично, но, как говорится, в абсолютно противоположных направлениях. Мы с суши, они с моря. Между нами пропасть. Если мужчины и женщины чувствуют различия между ними, то тогда, возможно, они не законят свою кровь и новую жизнь. Поговорим об этом подробно. Пропасть. Да. Так. Прощай, помыла наш тогда. Тоже прощай. Добрый день, я вас слушаю. Здравствуйте. А можно мне вот те три штучки зелененькие? Пожалуйста.
Ну и где она? Мне кто-нибудь может объяснить, что произошло? В конце концов, я твоя мать. Говори. Между прочим, я тебя предупреждала. Я тебя предупреждала. Я предупреждала тебя о ней. И оказалась права. Не начинай. Тебе все мои девушки не нравятся. А ты нормальных не приводил. Одна хуже другой. Ты можешь замолчать? Светончик, ну не будем оттягивать момент? Не будем. О, виноват. Света, как же я любил тебя. Всю. Всю? Школу. Эти глаза. Эти губы. А ты и не знала. Я не знала. Сейчас все узнаю. Ой, а что это? Светочка, любовь. А почему она шипит? А, это рация. Вот. Thank you.
Ты сейчас тихо сидишь здесь, а я иду тоже, а? Слушаюсь. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Слышали про закон бумеранга? Какого, австралийского? Обычного. Балкон. Мечта. И покурить можно, и сброситься, если вдруг приспичит. Так вот, закон бумеранга – это когда ваше же зло настигает вас, где бы вы ни были. Пообщайтесь. Да, Вик. Да. Угу. Я фиговый психолог, у меня вторая линия, прости. Светлана Андреевна? Сергей, послушайте меня внимательно. Я понимаю, что вы на меня обиделись. Ну, давайте забудем все, что я вам наговорила. Ну, в конечном итоге вы же психолог. Ну, как-никак, вы должны же понять, что сейчас не время для взаимных обид. Я сейчас нахожусь на грани. Еще чуть-чуть, и это может произойти. Понимаете, о чем я говорю? А я не хочу. Нет, ну то есть я хочу. Ну я не хочу. Сергей, почему вы молчите? Алло! Алло! Я понимаю, вы не мстите, потому что вы инфантильный. Вы обидчивый. Вы... Да вы фигня, а не психолог. Простите, перезвоню. Ну что, у вас депрессия? У меня? Мне все зашибись. Я вот уверен, что вы стоите сейчас и думаете, как здорово было бы взять и прыгнуть. И никаких тебе больше проблем. Учитесь читать мысли? Угадал, значит. Да? Допустим. Ну вот кишка тонка. Да? Вы идиот? Отнюдь. Я психолог. Это многое объясняет. А вот хотя нет, не тонка. Есть у вас что-то такое, что говорит «да». Не слабо. Мне кажется, вы из породы тех женщин, которые в один прекрасный момент могут взять, психануть и прыгнуть. Да? Да. Уговорили. Высоко. И вы серьезно подумали, что я это сделаю? Не угадали. Так что... Фиговый психолог. Фиговый. Фиговый, да? Да? Фиговый, фиговый. Фиговый, фиговый, фиговый. Фиговый, заладили все. Фиговый, фиговый психолог, фиговый сын, фиговый что муж, ты? Любовник. Что вы? Ведь вот так пусть меня такого фигового не будет! Ч-ч-ч-ч.
Спокойно, спокойно. У вас этот ваш психоз реактивный, и вы это вылезаете. Хватит! Спокойно, спокойно. У меня разряд по легкой атлетике. Ногу, ногу, руку. Все под контролем. Закидывай. Для меня это полная ерунда. Какой там тяжелый для легкого атлета. Сегодня просто поел. Сергей. Лена. Второй на связи. У нас тревожная кнопка сработала на проспекте Мира. Банк. Понял вас, седьмой. Буду через полтора часа. Какие полтора часа? Нам перехват нужно организовывать. Ну, так организовывайте перехват. Я один там должен за всех думать, как в детском саду. Отбой. Есть организовывать перехват. Подожди, подожди. Проспект Мира, это, кажется, папин банк там находится. Да там банков. Да черт. Спасибо. И вам. И вас. Мы сегодня не попались. Как в анекдоте. Мы здесь тоже не плюшками балуемся.
Светка, свет не выключила. Всегда так. Счетчик работает, а она только деньги просит, только дай. Кира, ты такой крутой. Ты даже не представляешь. Я-то здесь при чем? Ты все ты. Все ты сделала, а я так. Кира, не мы, а ты сделал. Ты все придумал и ты все сделал. Запомни это. Ты должен гордиться собой. И каждый мужчина способен на такой настоящий поступок. Да, если бы Светка видела, она бы гордилась мой. А так только отца своего слушает. Это он во всем виноват. Вмешивается постоянно в наши дела. Она только его одного только и слушает. Она же просто тебя недооценивает. Она вообще меня не ценит. Она тебя просто не любит. Ты думаешь? Я уверена. Я очень рад, что мы так сделали. Очень рад. Не мы, ты сделал, Гера. Я? Иди ко мне. Гера, иди ко мне. Гера. Гера. Надо выпить сначала. Ну-ка положи. Ну-ка, мы так не договаривались. Гер! Мы так не договаривались, он сказал. А ну положи на место. Положи на место. Гера, сначала считай меня на кухне, потом я сказал. Гера! Еще. Смирнова, слышь, не говори, что это ты. Ольга, вставай. Руки убери, свинья. Так, кто свинья? Вставай давай, слышь, давай. Ну не трогай это тело, извращенец. Кто извращенец? Я извращенец? Вот. Сейчас обижусь и уйду. Ухожу. Ухожу. Давай вставай, тебе говорят. Фата. Сейчас. Это наклюкалось. Давай говори, куда тебя везти срочно. Смирнова! Ну-ка! Ну! Так, у меня уже терпение кончается. Давай говори, куда тебя везти-то. Слышишь? Значит так, сама поймаешь машину, сама скажешь, куда тебя везти, поняла? Вот так вот держишь, вот так вот ловишь. Вперед. Поехали. Куда? Туда. Деньги, деньги, деньги. Они так меня заводят. А я никогда столько денег в руках не держал. Странно. Я их вот держу, а я ничего не чувствую. Совершенно ничего не чувствую. Почему? Потому что их не держать. Их тратить надо. Да? Да. Как тратить? Погоди, это наша спальня. Ты уже придумал, куда потратишь свою сумму? Конечно. Я же не отдам. Молодец, я так и думала. Это она? Угу. Страшненько. Почему страшненько? Нет, не страшненько она. Это просто снимок такой неудачный. А так она очень красивая. Очень.
Очень. Эй, ты чего, а? Давай деньги считать. Садись, ты свет не погасил. Свет? Иди. Пускай. Пускай денег теперь много, пускай крутится. Счетчик, давай сюда, этот карман покажи. Долго мы еще так без цели наяривать будем? У меня скоро бензин заканчивается. До тех пор, пока этот монстр в свадебном платье себя не придет. Все мне оплатите. И на халяву не рассчитывай. Пес серый 15. Чего, Оля, еще раз повтори. Пес серый 15. А чего там? Там все. А из вас случайно никто не хочет нам и жениться? Нет? Ну, не хотите, как хотите. Пестра серая, 15. Вставай! Приехали, конечно! Вот мазать новобрачная! Ты где? Это ты тут! И где это все, ради чего мы сюда приехали? Пестра серая? Пестро-серая, пестро-серая. Оль! Оля! Смирнова! Фата, не забывайте! Смирнова! На! Получи! Возомнил тебя полон земли, да? Да видала я таких! Вот такая вот тебе дерзкая! Ольга Сергеевна! На! Все, сваливаю! Ты че? Ты валишь или что? Давай! Ты! А сейчас скажу! Ты хитрая, чокнутая, истерическая алкоголичка. Спасибо тебе большое. Ага. Спасибо тебе большое. Да, правда, да. Нет, что? Зачем ты меня забрал оттуда, где мне было так хорошо? А? А? Это мне, вместо спасибо, да? Я халявная служба спасения, да? Так, дай сюда сумочку. Телефон там? Эй! Давай. Ну что тебе надо? Давай. Отдай мне! Сейчас я позвоню твоему женишку, пусть он тебя забирает и выйдет с тобой, поняла? Да! Ах ты! Отдай! Смирнов! Отдай! Полиция! Полиция невесту носилась! Вор! Убийца! Алкоголик! Все! Ваши документы? Добрый вечер. Нет, я вообще не сомневаюсь, что это ее рук дело. Сегодня окно, а завтра что? А завтра она на нас набросилась бы. Вы простите дядю Толю. Да ладно, чего ж там говорить, дядя Толя. Юр, а хочешь, я сам с ней поговорю? Не надо, дядя Толя. Ты уж сегодня, знаешь, наговорил, вот... Да. Знаешь, может, к лучшему. Ты все? Все. Пойду я. Приятного аппетита. Ой. Юра! Ты куда, Юра?
знаю, может, и правильно. Товарищ сержант, ну правда, глупо получилось. Но ведь получилось же. Товарищ сержант, товарищ сержант, не грубите, а? Что? Игорь. Жора. Так, товарищи, то есть господа полицейские. Да. Ставлю галочку. Поймали маньяка. Маньяка. Так сказать, извращенца. Пытался обесчестить чужую невесту. Невесту. В момент, так сказать, свадьбы. Вот они, вещдоки. Белая фата. Белая. Белая. Да. И жертва. А жертва где? А жертва от страха убежала. Не беда, найдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А ну, брысь отсюда. Да. Да не ты, ты. Достали уже со своими семейными дрязгами. Колыми спокойно не дают. Привет жене. Кому? Топай отсюда, пока я адекватен. Есть. Товарищ сержант. А ты сиди. Ну, товарищ сержант, ну ладно вам, ну, дадите. Секунду. Смирнова. А ты что тут делаешь, а? А, подожди, подожди, сейчас угадаю. У тебя, наверное, совесть протрезвела, да? Я не хотела. Да понятно, не, понятно. Ну, не хотела, бывает, конечно. Знаешь, я сам иногда тоже как бы... Мне так плохо. Ну, да, да, тебе плохо. Я же практически замуж вышла. Да ты чё? Слушай, я думаю, чё ты в свадебном платье бегаешь? А этот баклан мне изменил. А ты вот что, спалила, что ли? Да нет. То есть я не знаю. Может, и не было ничего. Я, в общем, не знаю. Не, я понимаю, все невесты перед свадьбой мандражируют, но чтобы так... И ты хоть понимаешь, что он сейчас чувствует? Он же сейчас места себе там не находит. Телефон доставай, звони давай. Так батарейка села. Ты идешь, нет? Тебе? Где?
Я, кажется, свой мобильный оставила в ванной. Послушайте, что скажу вам я. Я сейчас умру. От страха. Мне глубоко не безразлично все, что с вами происходит. Честно. Я знаю, что ваш муж инфантильный, эгоистичный, ленивый, неспособный на поступок человек. Я знаю. Я знаю, что вы бы хотели, чтобы он был похож на вашего отца. Но ведь все-таки... За что-то вы когда-то его полюбили? Но ведь полюбили. Ведь что-то же удерживает вас с ним столько лет вместе. Нет. Вам просто необходимо немного разобраться, приостановиться. Поэтому мое предложение. Приходите на семейную консультацию ко мне. Вместе с мужем. Да, только я прошу вас по будням и с 11 до 3. Я вас по-своему люблю. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. А сегодня в Москве была успешно завершена блестящая операция по поимке особо опасного преступника-рецидивиста, и мы разговариваем с майором Ширко. За что же все-таки взяли этого человека и в чем он обвиняется? Значит, подозреваемый втирался в доверие к женщинам, добивался их расположения, у них возникали отношения, после чего он убеждал потерпевших взять большой кредит на его имя, мотивируя это тем, что у него нет гражданства. После получения денег он через какое-то время исчезал. Нам известно о 4 таких случаях, но в ходе следствия, возможно, выявится еще. Сильный, эгоистичный, неспособный на поступки человек. Но ты-то тоже требовательная, ревнивая, параноидальная истеричка. Но что-то ведь нас держит с тобой. А что? Ну скажи мне, малыш. Ну, помоги мне, ведь я все делаю для тебя, я стараюсь для тебя. А у тебя перед глазами только икона твоего папочки, помешанного на деньгах. Только папа, 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 папа. Куда это ты? Ну-ка стоять. Уходить надо потихоньку, да? Твой-то, похоже, совсем того. Мы же так не договаривались. Я сказал, мы так не договаривались. Теперь вообще лучше удавиться, чтобы не мучиться. Ты что, из-за своего Деда Мороза? Положи деньги на место. Деньги на место. Нет, настоящий. Тихо. Я сказал, деньги на место. Слушай, а вот Снегурку-то... Я откуда-то знаю. Откуда только? Страшно вообще тебе. Да страшно, страшно. Тихо. Дыши ровно. А ты бы видела лицо этого капитана, когда я вошла к нему в кабинет? Лицо капитана? Ты бы мое лицо видел, когда я в этой камере сидел, неизвестно с кем. Оля. Thank you.
можем с тобой поговорить? Отвези меня домой. Я так устала сегодня. Да, конечно, конечно. Спасибо тебе. Обращайся. Мне как раз вот по вечерам нечем заняться. Да. Совет да любовь. Спасибо. Мне вот интересно, а кто это был? Одноклассник. Одноклассник? Бывший одноклассник. Бывший одноклассник. Замечательно. И что же вы делали с вашим бывшим одноклассником? Гуляли. Элегантный, как рояль. Я чё, я по делу. Да ты, пойдем со мной. А что, случилось чего? Дед ты, держи. Угу. Сейчас. Вот. Предложение хочу вообще-то, конечно, я рассчитывал провести вечер без бумерангов, стрессов, но вам я рад. А что? На носу что? Праздники. А мы как не люди, да? Друг другу. Знаете что, вы располагайтесь, а я в магазин за шампанским. 5 минут подождите, и все будет хорошо. Вы маракую любите? Понял? 5 минут! Грешным в дел! Да не... Господи, брат! Да что, ты что, ты? Ты? Да ну ладно! Она, да? Она. Как звать? Лялечка. Хорошо. Предложение, да? Ну да. Ну, что можно сказать? Ну да, все, так все, цветы, это, холодные закуски, так все. Фрукты порезать, это, ну, это холодное. Что-то тебе самому не так. Что-то тебе чего нет. Вот тебе, знаешь, какого-то шика нет. Чего?
Вот галстук одень какой-нибудь, и все. Ношу я галстуки. Эх! Эх, Мишка! Держи, тебе от чистого сердца. Да нет, это с ним знаешь, сколько связано? Это он счастливый, приносит это. Удачи. Спасибо, дядя. Спасибо. Не за что. Черт, забыл позвонить. Лялечкиной подруге забыл позвонить. Какой подруге? Да, сейчас. Ух, Мишка, Мишка, ты не успел одно предложение сделать, уже другой звонишь. Да. А, молодец. Можно? Занято. Ну все, давай. Пошли потихоньку, одевайся. Кера, ты даже не представляешь, какой ты крутой. Ты можешь помолчать, я сбиваюсь. Давай сними ты куртку твою. Чего стоишь, одевайся. Верка, они всегда нравились бэтбои. Но ей плохие парни. 99. Я сразу поняла, что... 100. Тем можно доверять, 100. Там и корпоративы. Тихо, ну ты сбиваешь меня. Прям почувствовал, что с тобой можно идти на дело. 5500. Мишка, молодец, человек. Так. Так. Зачистка! Выходим, выходим! Ну что, я твой! Быстро! Еще меня дико заводят Деда Морозы. Ну-ка. Малыш. Не называй меня малыш. Второй, второй, здесь седьмой. Ответьте, на месте. Прием не слышу вас. Командир, пошли, ты... пошли, пошли, пошли. Подожди, надо. Держи его. Нельзя. Почему? Я по-вашему что, просто так в оцеплении стою? А зачем тут стоять? Светлана? Гера? Мария. Здрасте, товарищ майор. Это у меня? Жена. Алло. Да, дорогая. Дядя тоже про пулю расскажет. Я 7 лет в ВДВ. Понимаешь, такое видел, что, ребят, мне под нужде надо, дорогой. Ух, изверги. Так. Что происходит? Я не понимаю. Ну, что такое, а? Вы об этом пожалеете. У меня там ребенок один. Да, дорогая. Нет, я на задании. Возможно, меня убьют. Я люблю тебя. Сделай так, чтобы это была не белочка.
Верка, этажом выше! Идем! Чисто! У меня, может, там ребенок один. Или бабушка больная. Умирает. Вера, это муляж. Как муляж? Так, муляж. О, а это ОМОН. Как ОМОН? Вот так. Алло, Мишенька. Да. Лялечка. Что тут у вас происходит? Меня не пускают. Нет, нет. Не надо. Не заходи. Я сейчас сам спущусь. Хорошо. Сейчас он спустится. Все, воин, остыньте. В лицо мне посмотри. Не узнаешь меня? Товарищ мэр, а вы здесь как? О, я здесь как? Снимайтесь. Отдыхаю я здесь, пока профессионалы работают. Ну что, будем знакомы? Майор Ширко. Очень приятно. Взаимно. Давно мечтал познакомиться лично. Не соблаговолите ли пройти в машину? Молодой человек проводит, поводи ее. Ну-ну, аккуратней, нежней. Мальчики, за мной. Так, а вам отпусти. Спасибо за содействие в поимке особо опасной преступницы. Ну и вам спасибо. Товарищ мэр, мы их отпускаем? Ой, командир. Свободны, бойня. Ну, с наступающими вас, с прошедшими. Ух ты. Ну и всех благ. Ты, Свет, со школы-то совсем не изменилась. Совсем. Миша, Миша! Лялечка, я... Это... Господи, уберите руку! Что с тобой? Что произошло? Лялечка, я хотел тебе... Тебе не стыдно вообще? А должно быть? Вы знаете, кто это? Леночка, это самый крутой в городе адвокат. Понятно? Можешь, знаешь ли, встречаться со своими подругами, там, одноклассницами. Пока меня нет дома. Да, да, пока ты гуляешь с Жорой. С Георгием. Я хотел... Понимаешь, я... Да, я понимаю. Вот, вот здесь главное. Иди сюда. Так, я не знаю, кто вас там по званию, но я вас хочу предупредить. Подожди, Миша! Это вам все так просто с рук не сойдет, понятно? Потому что вы должны теперь понести полную ответственность за вмешательство в нашу частную жизнь с Михаилом Алексеевичем. Смотрите, смотрите, занят. Она сейчас прыгнет. Ого. Ого. Вот это да. Это же Лена. Какая Лена? Это моя подруга Лена, которой ты звонил сегодня, разговаривал по поводу квартиры. Я не дозвонился. Ну, вернее, у нее было все время занято. То есть ты с ней не поговорил? Это было все время занято. И ты ей не перезвонил? Я перезвонил, но было занято. Господи, Миша! Давай, 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 пошел, 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 пошел. Девушка, сейчас нас снимем. А? Нет, ты что там делаешь-то? А? Нет, сейчас я. Подожди. Так, ну-ка, так, опускай куда? Эту хрень. Куда? Стой на путях, молодец. Куда ты? О! На ногу. Сиди. Там моя девушка. Не положено. Пакет подержи, пожалуйста. Чего? Пакеты подержи! Девка, родная, помнишь, мы утром с тобой говорили? Ну ты же сказал, что всем все равно.
Видишь, не всем все равно. Вот видишь, тут целая куча денег. Хватит и тебе на все твои проблемы, и дядь Толя, и что, похмелиться. Слушай, видишь, значит, не всем все равно. Вот видишь, люди внизу. Он Мишка. Мишка, он 500 рублей дал. Просто так взял и дал. И Верка тоже. Выпустите. И Юрка дал, и Серега, сосед твой, дал. Все дали. Вот Герке ничего не дал. Но он жмот, он и есть жмот. Да. И вот ты завтра будешь здороваться со всеми этими людьми. И будешь знать, что им не все равно. Да, и... Родная моя, вот видишь, значит, не всем все равно. Это так хорошо, здороваться с людьми и спрашивать, как дела. Вот ты меня завтра спросишь, дядь, только как дела. Я скажу, ну нормально, Люк. Все так, как потихонечку, да. Стой. Я пошел. Как титаники. А что? Что? Как титаники. Только я руки не отпущу. Ну, слава богу. Опускайся. Ну скажи, ну что нам не хватало? Не знаю. Бармалей. Ты мой Бармалей? Мой? Мой Бармалей. Это папа. Мой? Ага. Алло? Дочь, ты где? Ты знаешь, что произошло? Катастрофа. Наш банк ограбили. И знаешь, кто? Кто? Дед Мороз со Снегуркой. Ух ты, папуль. Слушай, ну ты успокойся, во-первых, тебе же нельзя нервничать, да, у тебя давление. А это, конечно, очень плохо, что у тебя банк ограбил Дед Мороз и Снегурка. Но, знаешь, я просто хочу тебе сказать, что я тебя все равно буду любить. И без денег. Я тебя тоже, дочь, люблю. Ну что? Сейчас. Я вот, в общем, хочу сделать тебе предложение. Миша. Ну, да. О, боже мой. Еще. Ага, давай. Все. Да, сейчас. Ага. О, боже, какая красивая. Да. Да. А, подожди. Так, давай. 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 Ой! Сейчас. А знаешь что? Ты маленькая, ревнивая, эгоистичная, неадекватная стерва. Не знаю, как так получилось. Но так получилось, что я тебя любил и всю жизнь буду любить. А знаешь что? А я безумно хочу целоваться.
Может, поднимемся? Ого, вот. О, супружница. Не, не договоримся. Алло. Да, Ксенович. Живой, живой. Вернусь. Ага. Слушай, я это... Ну, люблю тебя. Серьезно. Да не пил я на службе. Ну все, давай. Стоять. Располагайся.